не раз высекались искры. Спортинг против Рио. Мы начинаем. Будут прасывать. Заброс прям в штрафную. Она и вскидывает удар через себя. Но это не так опасно, как могло показаться. Мячей. И 16 пропущено. Здесь пропускают они достаточно. Заброс. Звонков кивает головой. И мяч проходит рядом, но... Удар по воротам. На месте Улакаев. Магомед Алиев. Заброс на Анаева. Проходит эта передача. Удар Анаева слева. Он бьет с двух ног. И вот это был Банков там и другие. Там и Муртазалиев. Удар. И приходится у Акаева переводить мяч. А здесь момент. Удар в ближний. И 1-0. Я же сказал, они найдут этот момент. Этот момент не с какой-то красивой комбинации. Все, готово. Второй тайм. Стартовал. Неточностью. Удар по воротам. Чуть не забил мяч красавец. Немножко ему фарта не хватило. Удар по воротам. Отвечает Трио. Примерно таким же. По опасному. Получил он травму в этой борьбе с Магомед Алиевым. Передача на Анаева. Анаев через себя пробует. Бьет. Но мимо. Шамхалов обратно головой отыгрывает. Заброс. Едва мяч не ныряет под перекладину. Шамхалов подает, забивает. Нужно и спасает свою команду в этом. Мартингам Алиев. Марат. Шамхалов красиво обыгрывает. Бьет по воротам. Ближний метил, но мяч вновь. Вынос нет. Все. 1-0. Победа Рио.